Хоть о себе писать неловко, но я известный реалист. Ко мне пристала Пенелопа, как извиняюсь, банный лист. Зор. Она такая неземная, и ясный взгляд, и чистый лоб. Но я, конечно, это знаю. Что я не знаю Пенелоп? Я долго думал, в чем причина моих успехов и побед. Должно быть, я такой мужчина, каких и в Греции-то нет. До этого была Даная. За мной ходила целый год. И Пенелопа это знает, но от меня не отстает. А бы ты домой, Пенелопа. И так любовь, восторг души и тела. Источник вдохновения, наконец. И все ж был прав неистовый Отелло, молилась ли ты на ночь и конец. И у меня случилось так, подперла. Она сильна, как смерть, но хватило б сил схватить ее за горло и задушить, а не писать о ней. Но полиставший уголовный кодекс сообразил, что и любовь права. И плюнул я на этот комплекс, и я свободен, и любовь жива.